В школе гимназии номер 9 выпускники 11 классов сегодня сдают последний экзамен – историю Казахстана. Экзамен проходит в устной форме, и это правильно уверен учитель истории. Очень правильно, что вернулись к старой системе, когда дети сдавали выпускные экзамены в школе, а затем вступительный в вуз. Историю Казахстана дети сдают устно. И снова не могу не подчеркнуть правильность этого решения, ведь так дети могут показать богатство своей устной речи, умение правильно сформулировать свои мысли и возможности логического мышления, что в жизни очень пригодится. Выпускники говорят, что определенные переживания перед экзаменами были, но они справились. Наши учителя нам дали очень прочные знания. Наверное, поэтому экзамен не был очень сложным, но доля волнения все же была. Волнение было, конечно, но учимся. В этом году выпускники сдавали выпускные экзамены в школах. Теперь им предстоит сдать тестирование на поступление в вузы. Из 7431 выпускника школ областного центра попробовать свои силы на ЕНТ решили 5059 человек.